Когда приехали представители прокуратуры и съемочная группа, часть ограждений уже убрали. Морской пейзаж, горный ландшафт и можжевеловый лес. Совсем недавно за высоким забором оказалась часть государственного заповедника и пляжа, излюбленное место отдыха гостей курорта и самих анапчан. От посторонних глаз участок оградили частники. Суд постановил, такая конструкция без разрешения администрации города-курорта незаконна, и ее следует убрать. В настоящее время производится снос, добровольный снос лицами, которые установили этот забор. Указанные работы в полном объеме не выполнены. Дан дополнительный срок судебными приставами до 31 марта 2015 года. Демонтаж части забора привел к загрязнению территории на пляже. Сотрудники прокуратуры и Федеральной службы судебных приставов предупредили нарушителей об административной ответственности за данное нарушение. В случае неисполнения предписаний в срок будет наложен штраф.